Вот тут вот стояла? Да, да, вот тут всегда стояла. Как говорит жительница дома на улице Голубятникова Алина Гемранова, отдельная сетка для пластиковых бутылок с площадки ТБО исчезла месяц назад. Остались только похожие контейнеры для перерабатываемых отходов. Но туда выбрасывают далеко не только ПЭТ-тару. В ней всегда был только пластик. Угу. А сейчас они просто начали использовать это для всего. Я с удовольствием буду складировать все отдельно, потому что это несложно делать. Это мнение разделяют и другие жители, которые выступают за раздельный сбор мусора. Жители нашего двора очень бы хотели, чтобы вернулись сетки для пластиковых бутылок. Ну, было бы замечательно. Все-таки это экология, это наша природа. Как говорят местные дворники, они сами не знают, куда пропали отдельные сетки. Не знаем, а куда бутылки девать? Мусорку обычную, да? Похожая ситуация во дворе на Мусина. Жильцы озадачены, куда складировать пластиковые бутылки. Лишний мусор туда тоже утереть не хочет. Там и отходы, и бутылки всякие. Народ, да, говорят, где? Как пояснили в управляющей компании «Уютный дом» с 2018 года, отдельным сбором пластиковых бутылок занималась их подрядная организация. Они установили более 200 контейнеров. В год собирали около 100 тонн пластика. Однако, как говорят сегодня, в новых экономических условиях стоимость пластикового вторсырья упала почти в два раза – с 50 до 25 рублей за килограмм. В этом году цена ПЭТ-тары упала, сырья, да? И в связи с этим уже подрядная организация не рентабельна была заниматься этим. Но у нас есть региональный оператор по ЖКХ, у нас с ними заключены договора по ТКО. В их обязанности входит мы со своей стороны, управляющая компания, заявки на данные типы сеток направили. Раздельным сбором мусора в городе занимались частные экологические компании. Позже к ним добавился региональный оператор. У каждого свои сетки желтого цвета. Желтые баки, предназначенные для сбора вторичного сырья, просим помещать такие незагрязненные виды отходов, как пластик, это бутылки из-под напитков, емкости моющих средств и упаковки от продуктов питания. Также металл, это жестяные и алюминиевые банки, макулатура, бумага, картон, стекло, бутылки, банки. Данные отходы отправятся на переработку, и из них произведут новые товары. Чтобы прояснить ситуацию, что происходит на рынке вторсырья, мы связались с одной из казанских компаний, которая занималась сбором и переработкой пластика. Они сообщили, больше не работают. Сортировка, переработка, насколько это рентабельно было, да? Раньше выгодно было, а сейчас все усложнили. Сейчас объявили до регоператора, монополист. Все, что связано сейчас с мусором, очень проблематично. Как отмечают эксперты, курс на раздельный сбор в стране никто не отменял. С началом мусорной реформы это законодательно полномочия рекоператора. Мы сегодня можем зайти во двор, который отремонтирован по программе «Наш двор», и мы видим, что там уже контейнерные площадки сделаны под разный мусор. Соответственно, собственники должны сортировать его и выбрасывать. А дальше уже должна тот региональный оператор, который оказывает эту услугу, он должен этот мусор, соответственно, развозить по тому, где он перерабатывается. То есть, независимо от рыночной конъюнктуры, раздельный сбор конкретно пластика должен быть продолжен. Как сообщил рекоператор по ЖКХ, специальные сетки для этого готовы установить там, откуда поступят запросы от жилищно-коммунальных организаций. Дмитрий Айрин, Алмаз Зайдинов, ТНВ, Казань.